Друзья, у меня для вас подарок, он будет в описании. Пожалуйста, подпишитесь на новый канал и поставьте лайк. Актриса Екатерина Семенова рассказала о врачебной ошибке, которая едва не стоила ей жизни. Звезда почувствовала себя плохо, у нее сильно заболел живот. Всю ночь артистка промучилась от боли, а утром дети вызвали ей скорую помощь. Врачи занялись Семеновой лишь вечером. Сделали компьютерную томографию и заявили, что нужна срочная операция, так как причина боли в животе – прободная язва. Екатерина сильно удивилась этому, ведь в ее анамнезе никогда не стояла язва или даже гастрит. Тем не менее, актрису увезли в операционную. Врачам понадобилось разрезать живот артистки, чтобы понять, что они ошиблись с диагнозом. «У тебя нет никакой прободной язвы. Мы открыли, а кишечник абсолютно целый. Но жидкость вне кишечника», – рассказали Екатерине специалисты, как только она пришла в себя в палате. Семенову попросили вспомнить, что она ела за последние 3 дня. Оказалось, она была на фуршете, разговаривала увлеченно с человеком и ела бутерброды с рыбой. Медики пришли к выводу, что рыбная кость могла проколоть пищеварительный орган артистки, вследствие чего и возникли сильные боли. «Я съела и подавилась костью. Меня спасли, я покашляла и забыла об этом. Кость могла, как они предполагают, разрезать кишечник, жидкость вылилась, и он быстро затянулся. Но жидкость это уже была и началось воспаление, которое они перепутали с язвой», – рассказала Екатерина в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Друзья, у меня для вас подарок, он будет в описании. Пожалуйста, подпишитесь на новый канал и поставьте лайк.